всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, все так же с модом Ark Eternal, все так же на сервере Eternal 15x PvE плюс mods. И хотелось бы сразу сказать, еще серия как бы не выходила, комменты не читал, но тут такая фигня, я только выключил запись, хотел надеть седло, такой, опаньки, а седло-то не надевается. То есть седло на Power Wyvern не надевается. Вообще не надевается. Это, конечно, да. Управление, конечно, что у драконов, что у Виверны намного хуже, чем у Мантикоры. Мантикора просто кайф. Вот это вот поворачиваешься, она. То есть, куда ты мышка поворачиваешься, туда она поворачивается. Конечно, как летун, она идеальная. Мантикора все-таки тащит в этом плане. Конечно, да, залазить-слазить бы еще было бы идеально, вообще было бы кайф. А то пока слезешь с нее, и вот это я падаю. Вот, это, конечно, неудобно. Зато в воздухе ты просто, короче, и полетел за крыло. Я так по болоту ползал, и Альфа Капразуха, или как он там, валил. С винтовочки благо она у меня была, все-таки додумался ее взять с собой и повезло. Ну просто мучился бы дольше бы и все дела. Вот, что дальше, что дальше, что дальше. Вот, ну а с Виверны, конечно же, во-первых, легко с ней. С нее слазить легко. Вот, очень легко, так хоп, и все. Ну и во-вторых, даже в воздухе ты остаешься на ней и можешь спокойно делать, что хочешь. Это, я просто юзал этим. Шлем юзал, включал, выключал. Вот, что еще, а, ну, поставил эти обелиски еще поставил, почему бы и нет, как видите, они уже под чебитком забились, пусть чай себе работает. Ну, как бы мне сервер, все равно ресурсы не нужны, так а делать нифига не работает. Вот, надеюсь, сервер они никак не нагружают, вот, и такие вот дела. Что дальше? А что дальше, что дальше? Немножко понабивал сейчас токенов. Сколько у меня? 44. Вполне нормально, повезло. За два захода, кстати, я столько набил. Вот, так что все пучком. А, нормально, оно долго портится. Что же сейчас я хочу сделать? Не знаю, по названию ясно и не ясно, потому что в последнее время я хочу одно дело другое. Вот, потому что все плохо. Вот, ну, я сейчас хочу Альфа-Виверну. Альфа-Виверну. Надеюсь, она живая. Ну вот, потому что было две Альфа-Виверны, и обе были на острове. Ну вот, о, живая, живая, слава богу, господи. Короче, были вон там обе Виверны. Ну, одну, как вариант, уже замочили, потому что там Wilds летали, еще кто-то летал. Вот, ну, а другую я сюда пригнал. Вот, и, как видите, живая, живехонькая, так что все здорово, будем ее томить. Как я уже говорил, музыку я не включаю, тестим новый режим, чисто без музыки. Вот, как без музыки, чисто игровая музыка будет идти. Вот, и уже тестим именно ее. Что ж тебя пригнать-то, а? К себе на базу или же на остров? Интересно, интересно. А не, показалось. Слушай, мне показалось, что пигмастак, кстати. О, нет, не пигмастак. Ну тоже на П. Короче, альбатрос будто бы этот. Того. Альфа-альбатрос. Я такой, чё? Да ладно. Вот. Показалось, показалось, показалось. О, господи. Сейчас на время смотрю, водниками 55 минут, думаю, чё, ой, секунд, чё думаю, всего 55 секунд снимаю, смотрю, там просто нолик и трёшка меня воедино слились. Вот, чётко, непонятно было. Ладно, господи, это всё, это нормально, это меня глючит, это меня глючит. Так, хватаем трайка. Да, я не собираюсь томить Дрейка, то есть дракончика зеленого, все дела. Я не собираюсь, элемент фрагмент. Мне как бы он нафиг не нужен. Я собираюсь томить Трайком. Да, именно Трайком буду томить. Без лишних заморочек. Так, что сейчас буду делать? Так, управление. Так, 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 так. Сейчас надо все, во-первых, подготовить. Для этого мне нужен вот это все мясо и вот этот один бутыль. Погнали. Давай, 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 вперед.
Вот. И будет оно все в тебе. Во-вторых. Ну, давай, господи, отлично. Во-вторых, погнали пригонять его. Его, ее, в общем, газуй сюда. Альфуша, газуй ко мне. Ах ты, днище. Так, погоди-ка, ты на кого-то там сагренная, что ли, да? Да, кстати, стенки долго погружаются, но ничего. В новом сезоне уже не будет такой огромной базы. У меня уже есть задумки по новому сезону. Оу, здорово, я тебя вижу. А теперь... А, черт, контур долбанный. Не. Они не бесконечные. Ну, в смысле, летят не до бесконечности. О, господи. Подумал, она согрелась на меня уже. Летит ко мне. Да что такое, а? А может это бесконечности? В том плане, что просто там в стенку упирается, в невидимую вырезается. Чпунькс. Прикольно. Так, ладно. Плаваешь быстро? Ты быстро плаваешь. Отлично. Отлично. Кстати, дамаг по своим постройкам наносится офигенный. Каменные конструкции ломают просто на ура. Так что, блин, тег ружьишка на PvP сервере, я думаю, это просто кайф. Да уж. Только больших делов его состряпать. Так. Не, ну ты, короче, беспредельщица. Не, ну тебя ж не предугадать траекторию полета. Слышь, алло. Давай к нему зи. Я, по идее, попал. Да ладно! Не попал. Ой-е. А вот теперь я попал. Так, ну дамаг не сильно большой. Так что все нормально. У меня есть бутыли на хилку. Веду я ее на берег. Надеюсь, у меня все на пассивке стоят. Я периодически щелкаю на пассивку, так что должны все стоять на пассивке. Надеюсь, не дернутся. Чпоньк. И... О, да, одного раза хватило, отлично. Так, берем вот это. Берем вот это, говорю, и вот это, давай, хватайся. Так, ой, молоко. Ой, ДНК. Отлично. О, я могу прямо сейчас, что ли, в зомби верну сделать? Блин, круто. Ладно, пофигу с тобой, фиг с тобой, давай томись. Так, ну, а я буду отбиваться от подводной фауны. Ну так, на всякий случай. О, да, пошло приручение. Отлично. Отлично, отлично. Все здорово пока что идет. Семь. Ой. Сколько у меня? Шесть прайм мяса нужно было. У тебя какой левел был? Блин. Погоди. Ты была топовая? Да ладно, и... да ладно, да ладно, я реально не знал, эй, слушай, я реально не знал, 800, это реально топовое, блин, это круто, кушай, офигеть, топовая виверна, блин, это круто. На, это свистулька, господи. Я думаю, что за свист? Какого фига? Забыл, что этот попугай долбанный свистит здесь постоянно.
Папка Драк, все в таком духе. А, верно, я забыл тебя отсвистать. Так, молоко надо скинуть. 8 часов даже в холодильнике. Ёптель-моптель, ну ладно. Так. Виверна, стой! Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо. Так, отлично. О, даже про мясо все не захавало. Здорово. Вот так вы на официалке, да? Хоп, шлеп, притомил за раз. Все, там один раз ударил, притомил. О, а там ловушку строй, все дела. Эх, печалька. Ну, а с другой стороны, это не так, назовем так, романтично, нежели... Эй, я... Алло, я что наделал тебя? Эх. Отлично. Альфа. Альфа Виверна у меня теперь есть. Так, погнали, посмотрим ее дамаг. Блин, не, ну топовый, это, конечно, кайф. Это, конечно, кайф. Я реально не знал. Я просто... кстати, хотел-то я притомить другую. Она здесь так и осталась. А эту я с болота пригнал. Ее не заметили, я пригнал на тот остров. Думаю, блин, ну, надеюсь, ты выживешь. Выжила, черт возьми, выжила. Офигеть, еще и топовая. 34 тысячи. Ну, вполне неплохо. 11 тысяч пламенем. И 3 удара пламенем, да, ты бьешь? 17 тысяч. Так, ну, конечно, на вас тут фиг проверишь, дамаг. Ей! Черт побери. А, черт, какое пламя-то? О чем идет речь? Погнали! Да. Да, ни бутылей, ничего нету. Я чисто рассчитываю на скилл моей виверны. О, да, она забагалась, отлично. Все, здорово. Я вытащу. А так бы я бы мог слить. Чпоникс. Отлично. Затащил. Просто затащил. Как царь бог. 150. Так, давайте смотреть здоровечко. 2 ляма хп. Давайте до 10. У тебя седло на 300, так что 10. Десятки будет вполне достаточно. Так, ну и остальное давай дамаг. Чему бы, как говорится, и нет. Так, ну-ка. И... Эх! Вот для этого я вчера педали ремонтировал себе. Здорово! Здорово, 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 здорово! Супер! Дамаг хороший. Кстати, я дамаг не проверил, но сейчас надо срочно отхилять ее, бедолажку. Вот, дамаг хороший, все замечательно. Но, понятное дело, на этом все не заканчивается. Для чего я притомил альфа? Вы же не думаете, чисто тупо из-за того, что я хотел притомить альфа. Конечно же, зомби виверна. Мозги зомби-виверны падают с, понятное дело, зомби-виверны. И с этим-то, пожалуй, и основная проблема. Так. Вызвался? Ну, хиляйся, я не смогу, не могу смотреть на тебя израненную. Топовая ты наша. Собственно, нужно 5 мозгов зомби-виверны. Эволюционировать это здорово, правда? Вот, и, собственно, будем пробовать, так, 34 тысячи, да, был дамаг, надо бы не забыть. Будем пробовать искать этих зомби-виверн,
убивать пытаться. И, ну, убивать-то мы 100% убьем. Уж с моей-то виверночкой, альфа-виверночкой проблем не будет. Вот. Ну, а если вообще будет все жестко и не получится найти ни одной зомби-виверны, то, хотя я их находил, но, кстати, я их находил, наверное, за всю игру, ну, не специально же искал, штук 5, наверное. И проблема в том, что мне в итоге ни одного мозга-то не выпало с них, прикиньте, ни одного. И вот в этом-то пошла основная проблема. Ну ладно, поищем, поищем немножечко, и уже буду включаться периодически. Кстати, дамаг же после апгрейда так и не проверили. Толком. Что за фигня? А, отлично, отлично, на агрессии стоит. Вот тут любит, видите, нарушать правила, ей-богу. Ну-ка. Ты же без наездника? Да, без наездника. Туркиш геймер. Ага. Этот человек очень любит нарушать правила. Здесь у него кошак. На болоте у него паучиха. Ближе к той зиме. Любит человек нарушать правила. Очень любит. Хотя по правилам, если честно, то... удаляются все динозавры этого человека. Любит нарушать, и это неправильно. Надо как-то с этим бороться с этим. Ну ладно, это, как говорится, уже не моя забота, и надеюсь, все будет хорошо. А моя забота сейчас проверить дамаг. 393, конечно, не огонь дамаг, но все же неплохо. Кстати, да, у Prime Виверны... у Power Viverna, ну что же, Power Viverna стала. У нее дамаг 1 083 000. Ну, собственно, как я и говорил, 1 100 000, я так округлил до максимума. Собственно, так оно и есть. Все нормально. Ладно, погнали дальше искать зомбушек. О! Юный Poison Zombie Vivern. Надеюсь, это то, что мне нужно. Давай посмотрим. Green Crystal. Окей, это не то, что мне нужно. Печалька. Кстати, давай это все переместим. А вот элементал обратно заберем. Хотя... Хоть бы мозг. Ну-ка. Твою мать. Ай, ладно, хотя бы коготь. Не знаю, зачем у меня. Ну, просто. У меня там есть лайтнинг коготь. Да уж. А я, между прочим, здесь уже минут 20 летаю. Ну, не 20, может минут 15. Но как-то прискорбно. Тысяча седьмой левел. Кстати, там мантикорка. Мантикорка там какого-то 500 левел. Причем не написано, кем притомленная. Точнее, кому принадлежит. То есть она притомленная, не написано, кому принадлежит. И вот, и получается, томить ее нельзя. Вот, настолько как-то глупо выглядит. Вот, а вот это уже долбоебизм, чувак, называется. И ты сейчас выглядишь как долбоеб, потому что ты нехороший человек, мешаешь. Вот. Я знаю, ты смотришь это видео, и вот, кстати, вот эта мантикорка. Вот, и знай, что я тебе думаю в данный момент. Вот, видите, то есть она притомлена, ни на ком не числится, но при всем при этом притомить ее тоже нельзя. Я спускался к ней, нельзя. Кстати, надо яркость убрать. Вот, и еще я просто ненавижу, когда мне приходят, мешают, начинают там... Ну, подлетел, там, раз типа испугал, и все. И на том хорошо, но вот так вот и летать, как будто бы, ну, во-первых, я тебя уже давно увидел, вот, а во-вторых, как бы я первым к тебе летел, поняв, что ты нормальный, как бы остальные действия уже были глупые. Ну да ладно, я все еще пытаюсь зомби-вивер найти, хотя бы одну нашел, я думал, вообще ни одну не найду, вот, это уже хоть какой-то успех. Полетел сразу, кстати, на вулкан, потому что, ну, все-таки ж виверны на вулкане обитают, поэтому как бы это было логично. Вот, но что-то пока что не очень
Прайм Виверну убил. Да, по сути, это все. Прайм Виверна, да, зомби Виверна, все. Больше никого я здесь не видел. Так, ладно, погнали искать дальше. Там уже... А вось кого найдем? Ну, что я могу сказать? Любит он купаться очень... Точнее, она. Принимать, как говорится, горячие ванны. Ой, я только кнопку нажал. Просто в лавовом острове, о, озере купается Доминус Рекс. Додо Рекс. Да. Ну и вообще себе купается, почему бы и нет. Да уж, а я все еще пытаюсь хоть кого-то найти, но пока что безуспешно. Прошло минут 7. Пока что безуспешно. Решил проверить остров. Летающий остров, все-таки здесь тоже спавнится дракон в большом количестве, и залетел вовнутрь, так сказать, с высоты птичьего помета, и это просто кошмар. Вы посмотрите, сколько здесь сраных телепортов. Везде, везде эти сраные телепорты, это просто жуть. Да уж. Ну-ка, убить могу? О, могу убить, прикольно. Везде, 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 везде телепорты, везде эти телепорты стоят, чтобы лутать артефакт, артефакт. Да, они до этого стояли, а после того, как я показал видос, я думаю, еще больше людей поставили здесь телепорты. Вот, ну, конечно, многие телепорты стоят здесь, это просто тупо пустышка, так как уже люди не играют, вот, но все равно... А многие до сих пор еще юзабельные. Так, ну как видите, здесь уже с вивернами все равно как-то немножко получше. Здесь вот и две альфачки, вот прайм летает. Вот, но пока что нужные мне зомби я не вижу. Ну давайте еще один файт. Только на этот раз-то у меня так кубася вивует, однако. Дамаг. Отлично. Чпонька, летунчика. Да. Так, давайте проверим. Здесь вот валяются без сознания. И по идее это дикие. Да, вот видите, дикие валяются, да? То есть кого я, кого дикая природа, так сказать, оглушала, здесь просто летал Lightning, этот Аргентавис, и он оглушал всех. И, собственно... Вот, я их могу спокойно убивать без лишних заморочек и все. А если я не могу убить, так как здесь PvE, этот PvE сервер, то это означает лишь то, что их оглушили живые люди. Вот, сейчас бегал этот... Господи, у кого я сегодня видел динозавров? Вот там кошака видел, там говорил, что паучиха бегает, тот он сейчас бегает, на топижаре летающий, ой, это ядовитый, господи, топижара, это логично, что она летающая, вот, и, собственно, на ней творит чудеса, в том плане, что просто всех убивает, и, как я понял, иногда оставляет, иногда приручает, и не знаю, что он преследует, какие цели, но суть в том, что он даже и не собирается, так сказать, их убирать по ходу дела. Такие дела. Ну, а я потихонечку убиваю. Почему бы и нет, ДНК заодно пофармлю, раз уж летаю здесь. Да. Но, кстати, все еще ни одной зомби-виверны так не встретил. Не встретил. Того юнца встретил, и все. На этом глухарь. Так, вот. Как говорится, хоть один... хоть у кого-то нашлись эти мозги... Черт-то, блин, ну и рассказали мне, что да когда где. И я не сильно рад, я бы так сказал, что да когда где. Че там бегают, бегают, бегают. Что там еще скидывают? А, лаврок. Да, это у меня полно. Так, как говорится, ну вот, хоть кто-то
Так, сейчас. Ща. Wilds, собственно, сами... Ой, у меня телепорт. Непосредственно сами Wilds. У меня от них уже есть динозавры. И вот хоть кто-то мозги закинул. Красного нужен. Вот. Суть в чем? Как мне тут написали? Мне написали. Так. Спид-зомби Виверн, к примеру. Их 2-3 штуки. И рядом зомби Вива. С которой мозг падает. Собственно, очень крайне фигово. Потому что я этих Виверн в количестве 2-3 штуки не видел. Только праймовских и альфачей. И... это фигово. Кстати, я не спросил, где они обитают. Ну, собственно, где я искал. Да. Ладно, я дальше искать. Ну вот, даже как-то жалко убивать. 600-й левел, однако. Ну ладно. Мне токены нужны. Вот, а дракончик, конечно, да, это прикольно. 600 левел, это здорово. А вот Виверну я так найти не могу. Ну, я пытаюсь весь остров зачистить. Вот, пытаюсь остров зачистить и надеюсь, что хоть кто-то заспавнится. Но чё-то пока не очень. Да. Еще дальше. Прилетая мимо, подаркой прилетая, зацепил лаву, ну и завалился в нее. И тут мне стало интересно. Блин, а сколько дамага наносит мне? По 70. По 70 за тик. Ну, в целом неплохо, учитывая, какая у меня броня. Это, конечно, очень неплохо. 63,5 тысячи, это здорово. Ну, кстати, 63,5 тысячи. У меня шлем какой-то дерьмовый. А чё у меня шлем такой, а не на... А где мой шлем на 14 тысяч? Алло! А, я где-то шлем на 14 тысяч просрал. Ну, в смысле, выложил где-то. О, прикол. Ну-ка. Подожди. Да ладно, драконы прогрузились. Собственно, единственное, что прогрузилось. Да блин, я не знаю, я не могу никого найти. У меня тут долбанных два мозга и все. И все. Ну, зато ДНК потихонечку фармлю. О, две монетки, кстати, еще одного дракона нашел. Да уж. Не знаю. Не знаю, что да, когда где. Что дальше искать? Ой, блин, как ярко стало. Что дальше делать? О, там поискать. Вот. О, кстати, у меня здесь около базы, оказывается, FPS до 15 аж проседает при записи. Вот. Хотели мне подогнать Infernal Beaver, но мне пока не надо. И для этого будет отдельный выпуск. Вот, собственно, Wilds. Ну, как бы, хотели. Ну, мне, как я уже сказал, мне не надо. Я сейчас зомбачами занимаюсь. Да. Ну и, кстати, да, пока тут это, пока туда-сюда, я чат включил. Настроение у меня хорошее, видать. Хотя зомбачей найти не могу, но настроение хорошее. Да, как-то так. Вот, кстати. Когда в луч залазим, подношение — это подношение. И после изучения тег появляется тег-репликатор. Создать его можно. 5000 слитка металла, 75 элемента, 60 кристалла, 150 черножемчуг и... сколько там? 800 полимера. Вот такие вот дела. Да.
Ну, а я уже второй час пытаюсь найти зомби-виверн. Безуспешно. В общем, не знаю уже, что делать. Хоть серию заканчивай. Просто еще полчаса, но все безуспешно. Летал, летал. В общем, решил немножко отдохнуть. Как раз получается еще и седло на альфа-носорогу подарил. Мне-то они нафиг не нужны. Ну, как-то все не очень. Желание закончить уже эту серию. Но, блин, я все еще питаю надежду на то, что я все-таки найду с кого выбить. Хотя под ним мозги, не знаю уже. Уже я как-то отчаялся. 2,5 часа, даже больше, чем уже 2,5 часа. Выбил ДНК уже дофига, сердец выбил дофига. Этих монеток уже набил тоже немало. А вот нужных мне этих зомби мозгов нету. Вот это, короче, поворот событий дня. Какая сволочь стреляла? Так, пасись! Твою мать, нифига я упал, бляха-муха. Нифига себе, вот это экшен, экшен, пошла жара, давай, 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 вали, 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 вали. Рассыпайся, виверна, твою мать. Ах ты сраный аргентавец, козел. Всю малину мне тут обосрал. Давай, 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 просыпайся. О, очухалась, очухалась. Ёшкина, корешка, я тебе сейчас козлина устрою, Кузькина, Матрешкина. Ну иди сюда. Ну, хотя бы не зря включился и на том хорошо. Давай, больше экшена. Ну, кстати, музычка мне нравится стандартная, когда экшен появляется. А, да, наверное, 600 левел. Бывается долго, а 520, ну, тоже неплохо. Ну, по крайней мере, было весело даже. Вот, и на том хорошо. Эй, лазавры. Я не могу найти, я про мочей вижу. Иногда периодически сюда залетаю, там, где я все-таки увидел хотя бы одну виверночку. Но это была ее нет всего лишь. Эх, печаль печальная. Беда бедовая. Вот, и, кстати, вот таким пламенем убивают все равно быстрее, потому что дамага проносится намного больше, нежели обычным ударом. Это я сделал личное, так сказать, замечание в этом плане, то, что убиваются они все-таки быстрее. Да уж, но дальше все-таки печально. Печально в том, что нету ни у кого ни мозгов, ничего. Ой. А, это не дикая, ой, дикая. Все-таки я думал сначала, что это не дикая, просто не задамажил. В общем, убиваю я всех летунов. Понятное дело, это получается про мочи альфа-чи. Вот, и там уже дропнулось, не дропнулось, ни хочу, и так далее. В общем, летаю, убиваю потихоньку, не торопясь. Вообще, в целом, всех летунов убиваю, чтобы очищать небо от скверны. Ну, короче, я всячески надеюсь, что я хоть что-то сделаю. Да, и снова Turkish Gamer. Что-то показал Аргентавис, не показал, где находится. Вот, Turkish Gamer. И вот он стоит, Аргентавис его уж не... Ну, так сказать, все нормально, все хорошо. Да, уж раскидывают они своих динозавров. Я не понимаю, в чем прикол раскидывать своих динозавров? Не, ну я понимаю, да, там, типа, отвалился, все дела, там, упал, ну, знаете, я жопу рву, но пытаюсь вернуть этих динозавров. Я когда Птера потерял, я, да, кстати, до сих пор его не знаю, что с ними, да как с ним. Я Птера потерял, так я, сколько, я сейчас летал по окружности, я не мог найти, ну, собственно, и испарился. Ну, такие вот дела. А тут, ну, дебил, они в Африке дебилы, как говорится. Ну да, и ладно. Кстати, а там ДК на летающем там тоже верно стоит. Ну, она вроде просто стоит АФК что. Да, в общем, что я? Прилетел сюда посмотреть, может, где здесь кто заблудился. Как я помню, поначалу я от Виверна здесь очень даже часто убегал. По крайней мере, пытался. Вот, поэтому как бы посмотрим.
решил посмотреть, залететь сюда. Ну и полечу обратно на летающий, черт побери, как ярко, блин. Ну, это мне кажется, видать, что ярко. Вот. Такие вот дела. Короче, устал я уже. Спросил у Тошки, Тошка сказал. Ну, спросил, играет, не играет, есть, нету. Он сказал, не играю, но могу дать. Вот. О. Ух ты. О, прикольно. Это типа админмен. Ой, 10 штук, спасибочки большое. Но мне надо меньше. Так, где? Ой, блин. Почему-то реально первый раз, когда я уже прошу что-то у админа, потому что в арке. Потому что это полный кобзец из ресурсов. Это полный кобзец, я уже устал. Я реально устал. У меня уже... Кстати, да, ровно 3 часа уже. Даже 3 часа и 2 минуты, как я начал снимать серию. 2. О, может 4 минуты. Вот, было 51, сейчас 55 минут. И это полный кобздень. Ну, конечно, извиняйте. Вы можете, конечно, писать всякое говно в комментариях, но я сдавался уже. Вот, ну, конечно, я мог просто вам не говорить об этом, но смысл мне не говорить. Что мне от вас скрывать, как говорится. Ну, зато токенов я набил неплохо за эти 3 часа. Вот такие вот делюхи. Так, все. Погнали. Все, я уже устал. Я устал. Ай, елок-макарек, давай. Эволюционируй. А, погоди. Седло. Верни на родину. Нифига себе, чуть Васявое седло не испохавил. Эволюции. Все, давай. Жду. Честно, народ, я уже просто до жути устал. Вайлдс, а именно Кирилл, огромное спасибо за... Двое мозгов, это просто огромнейшая помощь была. Я не рассчитывал на то, что будет настолько все плохо просто. Вот, поэтому как бы я, честно, я думал, что, ну, полетаю я этих пару часиков, набью я этих 5 мозгов и все. 3 часа, одна зомби-виверна и та юная, с которой, как я понял, как вариант бы ничего не дропнулось. Это кошмар. Вот, ну и, собственно, мозги-то они останутся. Если кому нужно будет, зомби-виверн. Если кому нужно будет, то я их и там. Ай-яй-яй-яй-яй, сюда иди. Катушка-макатушка. Такс. Ну давай, иди сюда, я уже устал, я хочу отдохнуть. Вау, прикольно выглядит. Так, теперь мне нужно, давай я яркость немножечко прибавлю. Я тут пытался изрядной яркостью убавить, но, как видите, все безуспешно. О, экипируйте седло, смотрите-ка, я не зря убрал это седло. Отлично. Так. Было 34К, если я не ошибаюсь, альфа-ча, да? По дефолту. Ага. Посмотрим, сколько... Ну, кстати, на... Быстро сравнительно. Конечно, чутка отвратная в этом плане. Потому что она вся побитая такая. А вот, ну, все равно, блин, не, ну он на альфа-чета тестит, ну что ж, я изверг-то какой-то, что ли. О, круто! Есть смысл! Ну, опять-таки же, да, по дамагу я бы не сказал, так сказать, есть кого найти и получше, но в целом все неплохо. Кстати, насчет бегемотов я не знаю, есть смысл томить их или нет смысл, потому что, ну, бегемоты, они томятся, как обычные динозавры, просто оглушаются много сложнее в этом плане. Вот, и все. Напишите в комментариях, если хотите, чтобы я бегемотов томил. Какого-нибудь бегемота притомил. Вот, показал, как томить. В легкую покажу, не проблема. Томятся они легко. Вот. Отлично. Давай. И сейчас посмотрим, сразу тогда уже максимально дамаг, раз уж пошла такая жара. Эх, блин, я даже дамаг не понял. Так, вроде тоже пламенем жарит. Отлично. Седло, конечно, помогает. Это здорово. Так, это схватить. Так. Здесь ничего. Здесь это понятное дело. Ну и пламя. Такс.
150, да, отлично. Также делаем... О, здесь, конечно, дамага будет побольше, потому что здесь... 10 лямов я быстро получил. Урон в ближнем бою. Пошла жара. Отличненько. Так, кстати, надо все переместить сюда. 5 мозгов. 5 мозгов, 5 мозгов. И у меня там двое еще есть. Так что кого-нибудь я могу... О, я Кириллу и подарю. А, господи. Ай, блин, это притомленный. Притомленный и это туркиш. Да, туркиш гейм. Дэш. Дэша. Так, давайте посмотрим дома. Ну, иди сюда, иди ко мне. Иди ко мне, иди ко... О, нормально. Нормально, нормально, нормально. Просто замечательно. Кстати, левел. Левел, левел. Алло. На единичку меньше стал левел. Ну ладно, что поделать. В общем, блин, честно, я уже устал. Ну да и ладно. Как говорится, сезон подходит к концу. Вот, ну еще, конечно, будет серия по этому сезону. Так что не переживайте. Вот, ну... А я что? Сегодня уже все. Хватит. Отдых. Мне нужен отдых. Как бы не было весело и прекрасно, а отдых не помешает. О, слушайте, давайте-ка вот такой скринчик какой-нибудь сделаю. О, на фоне обелиска. Вот такой скринчик сделаю. Да. В общем, на этом уже все. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, ну, конечно, делиться моими видео со своими друзьями, народ. Это все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливо, добра. Всем пока.